Здравствуйте, в эфире Вести ЖКХ, с вами Юрий Антушевич. Несмотря на то, что синоптики обещают нам еще несколько относительно теплых дней, на улице, мягко говоря, не жарко, да и зима не за горами. Между тем, в селах, поселках и городах Вологодской области начавшийся отопительный сезон продолжает приносить неприятные сюрпризы. Вот, к примеру, в поселке Тоншилово, где строители все никак не могли закончить строительство новой газовой котельной, потребовалось даже вмешательство заместителя губернатора. Это новая котельная в поселке Тоншилово. Ее построили за 3 месяца. Торопились к отопительному сезону. Торжественно запустить должны были еще в середине сентября, но до сих пор этого не произошло. Внутри холодно и тихо. По словам подрядчиков, события откладываются из-за нехватки важной детали – дизель-генератора. Подвели поставщики и не поставили свое время. Почему была задержка? Новая котельная должна обеспечить отоплением и горячей водой весь населенный пункт. Из-за срыва работ 6 тысяч жителей поселения до конца сентября оставались без тепла. Холодно. Утром встаешь, врезаешься под одеяло, очень холодно. Здание пришлось экстренно подключать к котельной местного сельскохозяйственного кооператива. В социальных наших учреждениях они были запитаны у нас от старой котельной. Да. Вот, население мы подали в субботу-воскресенье, запустили поселок, потому что дальше уже социальное напряжение подходило к той горячей точке, когда могло быть неуправляемым. Собственной котельной в Тоншилово не было. Тепло и воду жителям поставляли с теплоузла местного овощного предприятия. Однако из-за долгов овощеводов подачу энергии ограничили, и коммунальные блага стали поступать в квартиры с перебоями. Жители, исправно оплачивающие счета по квитанциям, хотят жить спокойно, не боясь холодов. Мы очень ждем открытия новой котельной. Для нас это большое событие. Заместитель губернатора области Сергей Сорогин, побывавший сегодня в Тоншилово, установил жесткий срок пуска новой котельной. 15 октября – это критическая точка. У меня просьба департамент топливно-энергетического комплекса сегодня получить график посуточный выполнения работ, который, Надежда Владимировна, то же самое. Хорошо. Мы от вас требуем исполнения посуточного графика. Учетом конечной точки, что 15 октября, а лучше раньше, котельная начнет, конечно, выдавать тепло в сеть. Отмечу, что за невыполнение своих обязательств компания-подрядчик оштрафована. Если в Тоншилово строители никак не могли справиться с отдачей объекта, то в селе Абаканово даже новенькая с иголочки котельная не смогла обогреть всех. Без тепла остались социальные объекты. А дело в том, что новый объект теплогенерации был, как говорят специалисты, посажен на давно прогнившие сети, которые в конце концов и дали течь. А вместе с ними пошла на дно и местная теплогенерирующая компания ЖКХ «Абакановская», накануне отопительного сезона объявившая о своем банкротстве. Десятки детей заставила мерзнуть коммунальная авария в оздоровительном лагере «Лесная сказка» под Череповцом. В одном из корпусов прорвало трубу отопления. Обогревателей хватило лишь младшим группам, старшие грелись чем могли. Надели на себя все, что было, и пили горячий чай. На улице в ту ночь была минусовая температура, и внезапная авария на теплосетях грозила высушить помещение, создав реальную угрозу здоровью детей. Чтобы согреться, пришлось использовать тепловые пушки. В итоге работу теплосистемы удалось восстановить. Надолго ли? Впереди у отдыхающих долгие 3 недели. Ребятам и их родителям остается надеяться, что подобных отключений тепла больше не произойдет. На улице обещают похолодание. И в «Лесной сказке», и в Абаканово коммунальщикам вместе с местными властями удалось ликвидировать прорывы, но не решить всех проблем, которые сплелись сегодня в клубок по всей России. Здесь все вместе – и демографический фактор, и изношенность инфраструктуры, и скудость районных и поселковых бюджетов, почти лишенных собственных источников дохода. И, наконец, недореформированная сфера ЖКХ. Только этим можно объяснить отраслевые парадоксы, когда суперсовременная котельная ставится на прогнивших сетях. Вот и получается, что газовикам достаются вершки в виде тарифа, повышенного на инвестиционную составляющую, а уже покойному ЖКХ «Абакановская» корешки инфраструктурных убытков. В ноябре региональная энергетическая комиссия будет рассматривать новые тарифы на теплоснабжение, и вполне вероятно, что ее решение опять зафиксирует существующее положение вещей, в котором рядовой сельский, да и городской житель-потребитель тепла окажется крайним и будет вынужден платить за все. Коммунальщикам за периодическое отключение тепла и бесконечную починку труб, а инвесторам за то, что они ставят новые дорогие котельные на эти прогнившие трубы.
На фоне буксующей инвестпрограммы по модернизации коммунальной инфраструктуры особенно светлым пятном выглядит другая программа по переселению жителей области из ветхого и аварийного жилья. Деньги на это уделяются исправно, а значит, строятся новые дома, дающие селянам настоящий городской комфорт, как, к примеру, в деревне Растилово Грязовецкого района. Этого момента Алексей Мосин ждал более 10 лет. Последнее время жилье приходилось и вовсе снимать. Старый дом даже в летописи деревни не значился, а не так давно и вовсе чуть не развалился. Ну, долго, наверное, ждал. Я не думал, конечно, что когда-то я дождусь этого. Нравится, когда газ уже. Тот же дом был просто дровяное отопление, носить надо было дрова, воду носить. Как говорят специалисты, дом построен по принципу термоса. Несколько слоев утеплителя делают условия комфортными. Вставлены пластиковые окна. На кухне автономное газоснабжение. Расходы подачи тепла и газа хозяева могут контролировать с помощью установленных счетчиков. Котел двухконтурный. Соответственно, он позволяет как горячую воду регулировать, так и отопление. Дом был возведен по современным технологиям в короткие сроки, за полгода. По программе переселения из ветхого и аварийного жилья на 2013-2017 годы. Всего в рамках программы планируют переселить всех жильцов, чьи дома были признаны непригодными для жилья на 1 января 2012 года. А это почти 10 тысяч человек. Общий объем финансирования более 6 миллиардов рублей с привлечением федерального бюджета. Эта работа продолжается и в Вологде. Сейчас в микрорайоне Прилуки идет строительство 5 домов. Предполагается, что они будут сданы до конца года. Новые квартиры смогут получить 200 семей. Ну а основной массе вологжан остается только по-доброму завидовать таким вот переселенцам. Значительная часть многоквартирных домов нашего региона нуждается в серьезном капитальном ремонте, который, собственно говоря, и начнется в массовом порядке в области в следующем году. Череповец стал последним населенным пунктом Вологодской области, в котором завершается осмотр многоквартирных домов для подготовки предложений по капитальным ремонтам. В этой работе специалисты фонда капитальных ремонтов стараются сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами – городской властью, управляющими организациями и собственниками жилья. Реализация этой программы, которую мне предоставили, график меня очень даже сильно устраивает. Будет замена электрики, это что же деньги стоят, как говорится. В 2016 у нас замена полностью горячего и холодного водоснабжения со стояками, а тут непосредственно у дома уже больше 20 лет, это уже давно пора менять, как говорится. Плюс крыша, это тоже большие деньги. В Череповце в следующем году капитальный ремонт пройдет на 58 домах. Большая их часть будет отремонтирована за счет средств со счета фонда капремонта. А первые квитанции на оплату будущих ремонтов жители города получат уже в конце этого месяца. Бремя финансирования с собственниками разделят и муниципалитет. По словам заместителя начальника городского департамента ЖКХ Дмитрия Буслаева, городской бюджет в полном объеме оплатит взносы за ремонт муниципального жилья. Напомню, в Вологодской области размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт составляет 6 рублей 60 копеек с квадратного метра жилья. А в Государственной Думе депутаты уже рассматривают вопрос об установлении для всей страны минимального экономически обоснованного тарифа на содержание и ремонт жилого помещения. Как отмечают эксперты, сейчас эта цифра в платежке искусственно занижена. Сегодня ответственность за содержание многоквартирного дома по закону лежит на собственниках квартир. На общих собраниях они должны самостоятельно определять перечень работ, которые будут выполнять их управляющая организация, а также согласовывать ежемесячные взносы. Но зачастую жители дома, не подозревающие о реальной стоимости работ и не готовые вкладываться впустую, устанавливают такую маленькую сумму, что ее не хватает даже на замену лампочек и мытье подъездов. В таких случаях инициативу на себя должны брать муниципалитеты, которые, к сожалению, очень часто уклоняются от этой малоприятной обязанности. В том же Череповце, к примеру, речь об установлении экономически обоснованных тарифов на содержание и ремонт многоквартирного жилья идет уже не первый год. В последний раз мы говорили об этом с начальником местного департамента ЖКХ минувшим летом. Мы на сегодняшний день можем под каждый, цифры, могу расписаться и сказать, что она действительно экономически обоснована для нашего города. Коллеги посчитали по нашему городу 8 групп домов. На каждую группу домов есть свой перечень. Самое главное, перечень это смечен. Мы теперь знаем каждый вид
услуги и сколько он стоит. И нам удобно в отношении общения с населением. Почему? Потому что если мы говорим, если вы хотите, чтобы на вашем доме услуга оказывалась соответствующего качества, так как вы хотите этого, она должна стоить вот столько. Меньше она стоить не может. И, скажем, управляющим компаниям в отношении заключения новых договоров управления или пролонгации с выходом предложений на тот или иной вид предоставления услуг, тоже есть обоснование, какие цифры, какой перечень использовать. То есть, мне кажется, это удобно. Им не надо придумывать из своей головы, обращаться потом куда-то в соответствующие организации для проверки. И в случае обращения тех же граждан в правоохранительные органы, у нас есть необходимый пакет документов, согласование и обоснование, самое главное, всех предлагаемых цифр. Однако постановления мэрии с хотя бы рекомендательным тарифом на содержание и ремонт многоквартирного жилья нет до сих пор. Вот депутаты Госдумы и решили взять инициативу в свои руки и обязать власти в регионах устанавливать минимальный размер платы за содержание и ремонт жилья, ниже которого опускаться будет просто невозможно. Соответствующий законопроект уже внесен в парламент, но эксперты полагают, что нужен еще и верхний предел платы, чтобы умерить аппетиты уже управляющих организаций. Еще один законопроект, который сейчас рассматривается в парламенте страны, связан с вывозом твердых бытовых отходов из наших дворов. Знакомая до боли картина. Мусорные горы возле контейнеров во многих микрорайонах областного центра растут, как грибы после дождя. Эти мы сняли во дворах домов 105 и 113 на улице Ленинградской областного центра. По словам жителей, мусор здесь не вывозили уже давно. Подобное наблюдается и в других дворах. Причина кроется в старом конфликте между перевозчиками и руководством свалки, куда отходы должны свозиться. Одни требуют снижения тарифов, которые, по их словам, необоснованно завышены. Другие же логически обосновывают установленные цены и закрывают свалки для тех, кто платить не хочет. Таким образом, эмбарго на вывоз мусора испытали на себе 50 транспортировщиков, а вместе с ними и тысячи волокжан. В Госдуме рассматривается новый законопроект, концептуально меняющий порядок обращения с твердыми бытовыми отходами. Во-первых, эта работа теперь будет считаться коммунальной услугой, а оплата взиматься не с квадратных метров жилья, а с количества проживающих. Кроме того, законопроект предусматривает создание в каждом регионе единого оператора твердых бытовых отходов. В его ведении будут находиться все свалки, а сам он будет выдавать лицензии локальным операторам, которые вывозят мусор из наших дворов. Еще одна новация, которую вводит законопроект – право собственности на бытовые отходы. Как только мы с вами бросаем мешок с мусором в бак, право собственности на него автоматически переходит к исполнителю коммунальной услуги. Будем надеяться, что все эти новшества позволят навести порядок в наших дворах, что жить лучше и веселее станет и нам, и мусорщикам. У меня на сегодня все. С вами были Вести ЖКХ. Я Юрий Антушевич. Будьте здоровы! Мусорщики Владикавказа – самые продвинутые рисковые мусорщики в стране!